В Омск вернулись туристы, которые почти сутки не могли вылететь из Вьетнама. Напомню, накануне в аэропорту города Камран несколько часов в ожидании провели 240 отдыхающих. Рейсы задержали по техническим причинам. Люди не знали, куда идти и к кому обращаться. Представители фирмы их не сопровождали. Туристы не могли даже купить себе еды, ведь местные деньги они уже обменяли на рубли. Нам говорят: ребята, мы вас покормим. А после этого мы решим, отправить вас или нет. Отправили, покормили, дали по чойсу. Все-таки нас милостливо поселили в гостиницу. Это была правда, гостиница была хорошая. Мы там поспали 2 часа опять до 11. Я хочу сказать, что это невыносимо тяжело, как любое, наверное, непредвиденное, неприятное обстоятельство. Вот так вот. Я бы все-таки обратилась бы куда следует.